Привет всем! Я тут заметил, что давненько не делился с вами интересными автотоварами. Поэтому десятка таковых уже ждет вас в этом видео. Поехали! Недорогая универсальная 2DIN магнитола на андроиде. Настоящий автомобильный планшет с 7-дюймовым емкостным дисплеем по нормальной цене и с массой возможностей. USB, Bluetooth, GPS-навигация, возможность смотреть полноценные фильмы, сидеть в интернете, ну и все прочее, что можно с обычного планшета или телефона на андроиде. Любые приложения можно ставить прямо с SD-карты, а интерфейс андроида подогнан таким образом, чтобы магнитолой было удобно и интуитивно управлять, не отрываясь от дороги. Jumpstarter – это 100% вероятность того, что заведешься с утра, если вечером забыл что-нибудь выключить, а к утру уже сел аккумулятор. Маленький пауэрбанк для вашей машины, который поможет не опоздать с утра на работу и сэкономит немножечко ваших нервов. Современную систему контроля давления в шинах, которая уже широко используется на многих новых автомобилях, теперь можно поставить хоть на ВАЗ-2101. Колпачки-сенсоры передают данные на центральный блок, на котором можно наглядно посмотреть давление и отследить температуру во всех колесах. Все это добро комплектом обойдется в районе $80. Если руки растут из нужного места, то можно совсем за недорого неплохо прокачать на вид свою тачку. Светодиодные ангельские глазки под любой размер фар дают яркое, красивое освещение, а при грамотной инсталляции еще и весьма недурно могут смотреться в вечернее время суток. Всем нам известно, что без мата бывает не вспомнишь то самое место между сиденьем, в котором обычно бесследно исчезают телефон, ключи, мелочь и другие подобные вещи. Вот данная штука появилась на свет только благодаря этому. И смотрится неплохо, и упавшая полчаса не ищешь. Матерчатая лента, та самая, которой на заводах жгутуют проводку, дабы все это дело внутри салона поменьше скрипело, прочнее держалось и было устойчиво к перепадам температуры. Думаю, данная вещь наверняка может пригодиться многим. Безопасность маневров очень важна, особенно в том случае, когда вы оттормаживаетесь, а сзади летит слепой жираф. Задний добавочный стоп-сигнал – идеальный вариант для тех, кто давно хотел поставить, но все никак не собрался. Довольно неплохого качества перфорированная оплетка на руль. Бюджетное решение в том случае, если рулец уже подзатерся, а на перетяжку отдавать лень или просто невыгодно экономически. Кстати, нитка идет в комплекте. Иногда бывает нужно подключить дома какой-нибудь автомобильный гаджет, но не всегда для этого есть на готове блок питания. А вот и адаптер, который может превратить обычную домашнюю розетку в гнездо прикуривателя. Ну и нечасто возникает и обратная ситуация, когда нужно подключить что-нибудь из домашнего или, например, просто зарядить свой ноут в машине. Не менее полезным может стать автомобильный инвертор. Розетка на 220 вольт прямо в автомобиле. А на этом все. Ссылки на товары, как всегда, в описании под этим видео. Желаю вам продуктивной недели и всем пока!